Здравствуйте! Сегодня у нас эксклюзивная программа «Давай поджемимся» после того, как поженимся. И у нас в гостях очаровательная поп-дива Клава Кока. Кто покорит ее сердце? Дорогуще! Высокорангово! Кому ж такая Бейонсе достанется? Погоди! Локон страсти! Не зови меня, baby, baby, не зови меня. Не зови меня, зая, зови меня замуж. Не зови меня, baby, baby, лучше сделай мне, baby, сделай мне, baby. Я думала, любовь не нужна мне, ей не нужна. Как ты меня растопил, я не знаю. Но в эйфории, как будто Зендая. Глаза закрывая, сплю и вижу, как я выйду в белом, ты наденешь кольца королеве, больше плакать не придется. Такой сильный во всем, но и слабость. Девочки, вариантик. Звони. Алло. Я дико извиняюсь, а можно как-то вот это побыстрее, пожалуйста? Подожди, ты видишь, профик работает. Семь. Да, семь. Да что ж ты будешь делать-то? Ну мы не в игры какие-то играем. Человека, между прочим, судьба решается конкретно. Скажите, да что это за семь-то такое, а? Сегодня в 7 вечера жди своего суженого. Не зови меня. Пара. Судьба неожиданно свела Клаву Коку со скромным парнем с большим сердцем. Ну а вам я желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: «Давай поджемимся».